поклонимся России, краю дедов и отцов. Говорим тебе спасибо за священный вечный зов, с вечной верой в человека. Он живет у нас в крови. Вечный зов добра и света, вечный зов родной земли. Запись пошла. Доброе утро, ребята. Доброе утро. Расскажите, пожалуйста, что вы себе представляете, чем вы занимаетесь? Почему вы такие спортивные, почему такие патриотичные? Нам очень интересно знать то, что вы думаете, и что вы можете рассказать о себе. Мы каждое утро занимаемся, бегаем, тренируемся, отжимаемся, подтягиваемся. А вы представьтесь, пожалуйста, вас как зовут? Меня зовут Паша, мне скоро будет 12 лет. Молодец, Паша. Паша, я понимаю, ты так главный или старший в этом? Да. А что, как у вас это называется? Вот ваша организация. Дружба. Дружба? Да. Ну, я так понимаю, вы спортивно-патриотический отряд «Дружба», да? Да. Молодцы, как вы мне сказали. Так, ну и рассказывайте, что вы, как этот отряд делаете? Наш отряд каждое утро собирается в 9:40 и все дружно бегаем. Да. Потом тренируемся, подтягиваемся, да. Отжимаемся. Да. И делаем пресс. Так, пожалуйста, тебя как зовут? Меня зовут Артём. Мне будет скоро 10 лет. Ты каждое утро занимаешься? Да. В 9:40 приходишь на стадион? Да, я прихожу в 9:40 и занимаюсь. Каких успехов ты уже достиг? Ну, пока не знаю. Ну, отлично. Но зато ты стремишься, я так понимаю, да, к большим успехам. Вас как зовут, девушка прекрасная? Анна. Так, расскажите, пожалуйста, сколько вам лет, чем вы занимаетесь? Скоро будет 10. Каждое утро мы с отрядом приходим, бегаем, отжимаемся, делаем зарядку и все прочее. Молодцы, молодцы. Тебя как зовут? Меня зовут Алексей. Мне будет в марте 2018 года 11 лет. Но мы с нашими друзьями приходим сюда в 9:40, отжимаемся, бегаем, занимаемся спортом, там, приседаем, ну и все, физкультурой занимаемся, ну и все прочее так делаем. Молодцы, молодцы. Тебя как зовут? Меня зовут Илья, мне скоро будет 9 лет. Расскажи, Илья, чем ты занимаешься? Вот говорят, каждое утро занимается спортом. Нет, он первый раз пришел. Он первый раз пришел? Молодец, ну ты смотри, вы уже старшие ребята, а ему 9 лет, и он молодец, уже пришел заниматься спортом. Правильно я понимаю, Илья? Ну ты, я так понял, и раньше, я тебя видел раньше на стадион, ты приходил, да? Просто, может быть, ты самостоятельно занимался, да? А сейчас решил дружной всей командой, всем отрядом заниматься, потому что дружнее всем и сильнее, так ведь, да? Молодец. Ну расскажи, как вот ты чувствуешь себя увереннее, когда ты занимаешься спортом? Или как? Ну тебе лучше, когда ты занимаешься спортом, увереннее себя чувствуешь? Ну молодец. Ну молодцы, ребята. Значит, поздравляем вас, что у вас есть такой спортивно-патриотический отряд «Дружба». Вот я вижу, вы держите такие транспаранты. Это фотографии дедов, прадедов, победителей Великой Отечественной войны. Это называется «Бессмертный полк». Это ваши деды и прадеды победили в войне. Помните Отечественную войну, да? Вот. И они защитили ваше мирное небо, чтобы сегодня мы могли заниматься спортом, ходить на стадион. Вы держите российский флаг. Вот здесь написано «Вперед, Россия!» Это вы, Россия, и вы движетесь вперед. Поздравляю вас. На сегодня мы вас награждаем. Во-первых, памятными, Пашу как командира отряда награждаем памятным значком от имени Общероссийской общественной организации офицеров России, награждаем как старшего командира отряда. Также мы каждому члену вашего отряда вручаем по 2 георгиевские ленточки в качестве награды, одну себе, другую отнести домой. Также награждается ваш отряд спортивно-патриотической скакалкой, чтобы вы могли скакать и повышать свою боевую готовность, готовиться к труду и обороне. А также награждаете спортивно-патриотическими буклетами, журналами, где содержится информация о здоровом образе жизни, о любви к своей родине, о том, что нужно заниматься спортом и защищать свою родину, и любить свою родину. Сейчас
член спортивно-патриотического отряда «Дружба» Анечка, да, покажет нам, как она скачет на скакалке. Молодец, умница, умница, молодец. Вот подаренная скакалка. Видишь, как тебе помогает? Ну ты умница, ну ты молодец. Ой, да ты по-разному скачешь. Так, ребята, расскажите, что вы сейчас будете делать? Будем отжиматься. Будем отжиматься. Вы так каждый день отжимаетесь? Да. Ой, подождите. Да, все правильно. У меня идет запись. Каждый день отжимаетесь, каждое утро? Да. Молодцы. Так, пожалуйста, приступайте. К выполнению упражнения приступить. Ух ты, молодцы. Так, ну мы сейчас считать не будем. Мы уверены, что вы очень сильные, крепкие, мужественные, целеустремленные, трудолюбивые, светозарные победители. Настоящие по-настоящему готовятся к труду и обороне и к защите нашей Родины и Отечества. Ну молодцы, ребята. Ой-ой-ой. Это ж какой героический подвиг надо каждое утро. Ничего-чего, молодец, молодец, отжался, все, достаточно. Выполнение упражнения прекратить, завершить. Все, поздравляю. Ну как, чувствуете силу? Да. Молодцы. Так расскажите, что вы сейчас будете выполнять? Сейчас буду подтягиваться на перекладине. Ты так каждое утро подтягиваешься? Ну не совсем каждое утро, но... Ну стараюсь каждое утро подтягивать. Молодец. Так, пожалуйста, к выполнению упражнения приступить. Отлично. Ну я видел, ты уже... Каждый уже столько раз подтягивался, уже силы закончились. Да. Ты просто до этого подтягивался. Я вот свидетель, ты, наверное, раз 5 или 7 подтягиваешь, не меньше. Да. За один приход. А таких приходов, я так понял, ты делаешь около 5. Это если 5 и 5, 25. То есть каждое утро, получается, ты 25 раз подтягиваешь в итоге, правильно? Ну вот молодцы. Ребята, каждое утро старайтесь подтягиваться. Смотрите, 5 раз по 5 подтягиваю. Итого 25 раз получается, да? 25 раз за утро потянуться, я думаю, никто в вашей школе столько не подтягивается. И в вашем классе. Молодцы, ребята, поздравляю с такими великими достижениями. Так, ребята, расскажите, что вы сейчас будете делать? Будем делать пресс. Вы этот, вот такое упражнение каждое утро тоже выполняете? Да. Молодцы. Так, значит, к выполнению упражнения приступить. Ой, молодцы. Вот это настоящие патриоты, защитники нашей Родины. Россия, Родина, Победа. Спортивно-патриотический отряд «Дружба» вперед! Победители! Успех, удача, молодость, здоровье, счастье, светозарность, целеустремленность, трудолюбие. Ну, достаточно. Выполнение упражнения завершить. Молодцы, поздравляем вас, ребята. Сейчас Анечка нам покажет, как она делает свое силовое упражнение. Так. О, ты умница. Ничего себе, ты только дыши, Анечка, вздох вывел. Ой, молодец, ну сколько в тебе силы. Вот, учитесь, девочка, так каждое утро занимается спортом. Молодец, поздравляем тебя, Анечка. Желаем тебе успехов в твоих победах. Ребята, расскажите, что сейчас будете, какое упражнение сейчас выполнять? Я сейчас буду поднимать этот блок, потом буду поднимать Артем. Ну, отлично, силовое упражнение. Так, молодцы. О, молодец. Это достаточно сила воли надо. Мужество, уверенности, волю к победе. Особенно если это делать каждое утро, то такие люди становятся настоящими гражданами, защитниками своего отечества. Молодец. Так, Артем. Вот это сила. Вот так растут настоящие мужчины, победители. Настоящие защитники Родины. Ты береги себя. Достаточно, достаточно, достаточно. Все, молодцы. Очень важно, когда делать силовые упражнения, делать вдох и выдох. Чтобы дышать. Потому что если задерживаете, то не совсем правильно по нормам физических упражнений. Ладно, ребята, договорились? Вам бы лучше проконсультироваться, если вы так самостоятельно занимаетесь. Тем, кто профессионально занимается спортом, может он вам какие-то рекомендации сдать, как лучше заниматься, делать такие. Ладно, Паша, это тебе задание такое, подойти к учителю физкультуры, вот, и сказать, мы каждое утро занимаемся, нам нужна помощь и поддержка. Помогите нам, посоветуйте, как лучше делать упражнения, чтобы он с вами провел занятия. Хорошо? Договорились? Ну, молодцы. Так, ребята, какое следующее упражнение вы сейчас будете демонстрировать? Приседания. Анечка, расскажи, что это за упражнение? Когда утро. Каждое утро так делаете? Да.
Ну, молодцы. Так, давайте к выполнению упражнения приступить. Молодцы. Ой, какие славные, мужественные ребята. Настоящие патриоты и защитники своей родины. Каждое утро приседают. Ой-ой-ой. Целеустремленные, трудолюбивые, светозарные, победители. Успешные молодцы, защитники родины. Любят маму и папу. Любят свой поселок дружбой, занимаются спортом. Поздравляем вас, ребята, молодцы. Выполнение упражнения завершить. Поздравляем с вашим таким целеустремленным, трудолюбивым отношением, во-первых, самим к себе и с патриотическим любовью к нашей родине. Дружба едина, в единстве наша сила. Ура! За нами сила предков, а мы светлая рать. Под нами матушка земля, над нами благодать. За нами сила предков, а мы светлая рать. Под нами матушка земля, над нами благодать. Над нами благодать, над нами благодать.